Немного джазовой музыки, которая выманивает людей из домов. Довольно необычная картина во времена коронавируса. Я играю, потому что мне нравится, когда я могу дать другим немного радости и надежды. И для того, чтобы воодушевить людей. Симон Грановский говорит, что джаз – это его жизнь. Музыка помогла ему справиться с тем, что он пережил во время Второй мировой войны в Бельгии. В детстве я подвергся гонениям из-за варварства нацистов. Они убили мою мать и сестру в газовой камере Освенцима-Биркенау. Мой отец умер вскоре после войны, в отчаянии, в июле 45-го. Меня гестапо схватило, когда мне было 11 лет. Грановский и его мать оказались в поезде узников в 43-м году. Более 1500 человек затолкали в вагоны для скота. Конечный пункт – лагерь смерти Освенцим. Но Симону повезло. Бельгийские бойцы сопротивления атаковали поезд. Мать сказала ему «беги», и он побежал в ночь. По его словам, она не пошла с ним, потому что не хотела стать обузой и препятствовать его побегу. Каждую ночь мне снилось, что гестапо гонится за мной. Меня прятали у себя семьи, которые хотели мне помочь. Пристанище приходилось менять несколько раз из соображений безопасности. Всякий раз, когда я приходил в их дома, я сначала поднимался на чердак, чтобы посмотреть, есть ли возможность убежать по крышам, если за мной придут. После войны Грановский вернулся в Брюссель и осуществил свою мечту. Начал изучать право. В 23 года я получил докторскую степень и стал адвокатом. Я все еще работаю адвокатом, потому что еще слишком молод, чтобы оставить работу. Симон Грановский шутит, что в своей жизни он был в заточении дважды. Один раз во время войны, а теперь из-за коронавируса. Вещи, конечно, несопоставимые, но и тогда, и сейчас ему очень помогает джазовая музыка.